23, друзья, мая. Начинается мероприятие, посвященное 22-му фестивалю туризма. 9 часов 10 минут, ставят палаточки. Видите, все готовятся. Завтра здесь будет... Наверное, завтра днем они будут работать, а может быть послезавтра, я не знаю. Потому что открытие в 6 часов. Сейчас вот смотрите, вот фотограф. Фотограф, журналист, вот годы жизни. Видите, 24-й, к сожалению, в этом году он покинул нас. И здесь его фото выставлено. Красота какая. Это старая лань еще. Если 54-го года рождения, допустим, ему лет 20 было, да, когда он эти фотки делал. То есть это где-то 75-й год примерно. Чуть пройдемся вечером. Привет большой. Зрители мои из Харькова сейчас встретили меня там на фонтанчике. Это внутри Красной башни, видите? Натали с мамой ходили туда сегодня. Вы видели внутри Красной башни, вон фотка? Там, где вы были сегодня. Смотрите, сколько людей много. А это я не знаю, что за здание. А, музей. Я музей не узнал. О, музей с павлинами, с ума сойти. А вот это как-то я не узнаю, участок вот этот за музеем. Тут что-то тут сейчас не так, видите? Не, реально, тут видимо, Xperia с какой стороны? Тут либо не было еще чего-то, вот видите, за музеем зеленый, ну это 70-е или 80-е. Там за музеем, ты видела, зеленая поляна какая-то? Это же получается, вот там где-то Xperia отель сейчас стоит, да? Да, это старый. То есть тут чего-то не было еще. Ну тут прям все застроено домами. Интересно, так. Нету нашего одноглазика. Еще не родился наш одноглазик. А, забыл, это ж Натали у нас. Ну вы по бокалу уже поняли, что это Натали. У Натали был день рождения. Я вот спрашиваю, как она до сих пор в состоянии... Она после дня рождения умудрилась залезть на крепость. Где ты еще был? Была везде, на Козылкуле. После дня рождения. А до дня рождения еще в Анталию ездила. После тоже веселого. Короче, там, она тут просто вообще не спит, ни... Я не знаю. Очень мало дней. Смотри, вертолет даже видно на фото. Ага. О, красота. Вот на такой лодочке я поплавал бы по этой бухточке. Это муниципалитет. Это уже наше время. Это вот когда тюльпаны были. Возможно, когда я здесь был. Видите, тюльпаны красивые. В 19-20 году были. Так, это на что? А, этого чувака я вроде не помню. Матрешка. Да, это шестой квел. Прикольно. Пепино, это вот завтра будут все эти фрукты, овощи на ярмарке. Я маме же домой привезла его. А, да? Я привезла их маме домой, а так, пока все, да? Это бананы. Там метин в бананах. Вот там метин стоит, видите, там где-то метин. Ухаживают за бананами. Вот. А тут у нас... Что тут у нас? Ага, тут будет еще, видите, 29-30 мая будет концерт классической музыки какой-то. Ух ты. 29-30, значит, еще что-то будет. Я думал, только до 26-го. Вот, ну завтра тут будет очень много всего интересного. Тут что-то детские какие-то готовят, он локации что-то а, будет. А, это 23-й год, это история. А, Наталья у нас внимательная, молодцы. Она говорит, да, смотрите. 2001, 2002, а, это рекламные каждого года эти самые. Да. Ну, вот так вот. Вот так вот. Но оно, скорее всего, не завтра здесь будет, а послезавтра, потому что обычно идет открытие сначала, а если открытие будет 6 вечера, то, скорее всего, палатки заработают. Ой, а что там? С ним все нормально? Да, спит, но Даша разбудила. Коробочки черненькие. Я знаю, что она хочет. Красавчик. Молодец, правильно, коробочки идет. Удобно. Как они вот эти стволы заплетают? Я сегодня где-то смотрел тоже, но тут не так видно. Или оно такое и есть, это... Куст этот заплетенным стволом. Так, этот я закончил, сейчас второй открою. Да ему хватит, наверное. Да ему-то хватит, если я... Сейчас это...
где наш голос? Давайте чуть. Полнолуние, блин. Голос, не ты там лежишь под машиной? Иди сюда. Не лежи под машиной. Где-то я ходил, у меня много котов было по пути, вот почему я медленно шел. Я уже бутылку раздал по пути, полукилограммовую, блин. Так, идем дальше. Пойду вас немножко по набережной. А, тут полиция дежурит, охраняет эти все картины, чтобы Наталья домой не сперла картину, полиция охраняет. Это она вот это вот. То пепина, то камушки с моря, то акулу поймает. Блин, смотрел сегодня чувак, акулу бедную поймал. И... Юля Дурмаз говорит, я помню. Ты что, он с ней съел, что ли? Ну, я спрашиваю, фотосессию потом делаю. Где, в Анталии? Да, в Анталии. Коммент написал, надеюсь мама приплывет потом. Нет, да, к тем, кто делал мама... с ней фотосессию, с ее ребенком маленьким. Зачем было ее убивать? Не, ну да, она наш, конечно. Мама, я не думаю, что рядом где-то плавала. Ну, бойся, Наталья. Ты... Тебя никакая акула не трогает. Я ядовитая. Нет, ты модель, они знают, что модели. Модели дефицит. Да-да-да. Так, Ой, нет, это не наш. Голос, где ты? Голос, полнолуние у нас. Полнолуние. Где? А, вон точно, сегодня полнолуние. Были сегодня очень много, да. Но она в стороне Махмутлара. У нас, да? Как-то, мне кажется, даже легче, но чуть, чем вчера. А по показателям ужасно видео. Вообще. За 40 сегодня было, даже такого еще вообще не было. То есть это реально опасно для здоровья. Такие цифры. Спасибо. Голос. Боже, бедные кошки тут 3 дня будут шугаться. Но... Столько тут всего будет. Да нет, голос тоже бедный. Голос. Мы же его недавно видели. Гремушка не работает. Я должен обязательно съесть свои любимые вредные лепешки в масле, которые варятся. Послезавтра буду их искать. Каждый год их ем. Я думаю, что послезавтра, скорее всего, да. Потому что в 6 вечера завтра открытие только. А раньше открытие они не могут. Не, может и могут, но мне кажется, не могут все-таки. Потому что сначала должно быть открытие, а потом... Ну... Хотя кто его знает. Но если бы завтра они позже больше было бы, они позже и товар бы завезли. Скорее всего, не завтра. Голос. Голос ко мне на свет, на свет. Привет. Привет, моя красивая. Привет. Пойдем. Пойдем сюда. Ой, ты разговорчивая сегодня. Голодная такая. Да? Да. Какое классно. Все, осторожно, тут контролирую всех, чтобы они тут ничего не сделали. А, там тоже фотовыставка, как всегда. Там 2 ряда да, уже. Там что-то пока как-то... А, нет, люди ходят. Мы вообще не могли тут пройти, не знали, что было загорожено. Попросили там апельсинка с соком, парень сидит в телефоне, мы там так узенько-узенько, мы так просочились. Мы же тут прошли, дорогу перешли. Я ничего не вижу, в палатке зашли, ничего не видно. Где наш большой корабль? Одни мусорки. А что так темно на набережной? Тут был свет? А, был свет, да, его нет. Темная обстановка. Будем здороваться с этим. Полнолуние такой фон. Раба. Над ним грязное облако, бело-грязное. Свежо сейчас, да? Да. Вообще не жарко. Тоже ветер. А день был ужасно жаркий, когда солнце было, да? Дайвинг. О, ты еще дайвингом не занималась, кстати. Ты не хочешь дайвинг, да? Ты хотела зиплайн, а может лучше дайвинг? Я им все-таки написала, они мне начали звонить. Я думала, я им написала, что ты мне ответили. А. Я уже ничего не хочу. Да? Я хочу на море.
Мне уже, честно, я уже наотдыхалась в таком активном образе жизни. Ну да, тебе... Я хочу да. просто на море. Туристы ходят, вот она странная, я вижу. Большие семьи. Германия. Что ты хочешь? Я думала, тут уже все началось. Вот это музыка. Опять кафешка не работает с чаем. Ты мороженое помнишь? Да, это там уже наверху буду смотреть, когда вылезем. А тут космос цены будут. Да. Ну конечно, тут то, что 40, оно будет 80 стоит. Дешево или дорого? 120. Вы не могли сорвать с дерева апельсин, руками выжать его что-нибудь? Мне было пофиг, сколько вам стоит. Водичку надо пить. В опреше знаешь, сколько сахара? Ух ты, тут, о, пошли посмотрим, что там у нас. А там ничего нет, там столы только. А тут что-то будет еще, смотрите. Еда, скорее всего, я думаю. Будет много еды. Вот он с барабашками сегодня. Башня освещается, а там, слава богу, там есть свет, куда мы идем. Ну, то есть, там света не было. Мама такая говорит, я пошла опять искать покупать. Блин, вы деньги переводите на этот Вискас, он столько стоит, что ты что? Вон где олень, надо было туда сходить просто. А она говорит... Смотрите людей сколько. Знала бы я. У меня же было еще много килограмм в запасе. Набрали бы из дома. А-а-а. Я говорю, мамуль, я же знала, что мы уложимся как бы, ну, с запасом. А ну да, 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 да. Знали бы, конечно, я говорю, я бы повезла. И у меня удобнее с этой закрывашкой пластиковой. Да. Любители Красной Башни, я вас разочарую. Мы сейчас туда не идем, мы идем на маяк, и я снимать не буду потом. Сейчас еще чуть-чуть. Нет, я ж не хочу столько снимать. Сейчас туда, на ту сторону вас выведу и выключусь. Мы идем котей кормить. Кормить и поить. Да, сегодня, кстати, без влажного. Я все на глазик отдала. У меня еще есть бульончик. Здесь не забыл, я все положу. Я в два захода обычно. То есть я уже сходил на ананас, потом вернулся. Ага. И ну, это хорошо, второй выход у меня. Да, еще живой тоже. Есть к чему стремиться. Молодость. Натали – это молодость. Я скоро уеду. Я старый пенек стремлюсь тоже, видишь, не уставать как ты. Не, ну мне мама с Наташей тоже переживает, не, мама, мы не пойдем. Мама вообще молодец сегодня. Они пошли. Мама вообще... Я... Как вы залезли на Красную Башню, вот расскажите. Я... У меня реально, я потом три дня не мог ходить по ступенькам. У меня болели вот эти верхние мышцы, вот эти. Я еще с больной ногой потихоньку. Я в шоке, ну молодцы. С коленкой же своей. Ну там, согласитесь, очень высокие, да, ступеньки? Да, крутые. Но маме удобно на таких спускаться. Они бы даже добавили, да, вот между этими ступеньками, они бы сделали какие-то еще свои ступенечки. Тихо. Я просто не сгибала так на одну ногу. Ну что ты спряталась? Да она просто ближе ко мне. Я хочу тоже открыть. Где колобок? Вон колобок. Где колобок? Ты видела, вон колобок? Мам. А, вон. Кто тут? А вы чьи дети? Вы чьи дети? Тут уже не разберешь, кто чей. Тут же ж маркиза вот та тоже родила где-то, и тоже ее дети где-то здесь. Боится он, смотри. Один, что ли? Костик, ты один? Слоник наш в раю сейчас, в кошачьем. Слоник, ты там где-то? Где наш слоник? Там, где луна или? Да уже луны нету, ёпарас, это уже все, луны нет. Нет, ну, кошмар. Вот там, слоник или луна? И луна, и слоник. И луна, и слоник. Маленькая шуганка, но она хоть есть. Ладно, немного орёт, есть охота, боится, и хочется, и колется смешная такая. Странно, шварна она. И орёт прям, ну, очень довольна. А у меня Рома сегодня будет.
Заходим, короче, в Козылкуле. И лежит вот в Козылкуле. Кайфует, там хорошо. Лежит прям растянутый. Я его погладила. Он, конечно, полежал, кайфанул. Мама говорит, да, они тут сыты, наверное, что я буду. Что-то не знаю. Я достаю корму, давай орать, да? Есть хочу. Я ему, короче, насыпала, значит, все, он внизу кушает. Мы ушли наверх. Ушли наверх, короче, и вышли, а там наверх уходишь на второй этаж, там выход еще на улицу, понял? Мы на улицу выходим и слышим, мяу, и вот он ревет, понимаешь? Мы возвращаемся, он за мной пришел добавки просить, он, знаешь, наверх поднялся, я ревет, пока вот я ему не дала, когда я слышу, мяу, что-то громко, я говорю, вот это да, ну на, говорю, поешь. Думаю, что-то знакомое, бомба, вон наш бомба, мы что, каша забомбили, прошли. Бомбалык я его называю, он бомба называется. Бомба-балык. Голодный, значит, раз голодный, за добавкой пришел. Голодный, прибежал, ну, такой за мной на второй этаж. И давай кричать. А мы здесь когда были? Вчера? Позавчера, наверное. А где я был вчера, кто знает? Да, вчера, потому малый, а, вчера я к трехлапке ходил, я сюда не пошел, не дошел. Думаю, там дует пыль, это пошел туда. Ага. Малышки не было, да, когда мы были позавчера, по-моему? Да. Красивоглазая да. была, малышки да, не было. Да, почему-то не было. Все, друзья, сейчас я вас выключу. Насладитесь еще. Ой, какая красота. Какая красота. И погода сейчас суперская. Свежий ветерочек такой, не жарко. Вообще обалденно. Сейчас до первой котейки вас веду и выключаю. Кафешка еще работает. Обычно вечером она... Кто там? Сейчас толпа сюда добежит. Может, Пушкин с Путиным там? Кто это там? Кафешка, походу, они не закрываются. Они... О, малышка! Привет, только за... А что у тебя с хвостом? Я не понял. Она помылась, видимо. О, Господи! Может, ее помыли. А где ты была? Наверное. Испугался я вида твоего. А что с тобой? Я не знаю. А так ты? Где купалась? А? Может, ты упала? А еще бежит красота. Безымянный. Привет, безымянный. Может, она упала? Она ж по лодкам ходит вот там. Вот. Может, она упала в воду. Боже мой, бедненькая. Ну, сейчас тепло, высохнешь. Ничего страшного. Я прибежала. Я думаю, что над хвост смотрю. Да что такое с хвостом? Хвост интересный у тебя. Как усы у этого, как художник назывался с такими усами. А кто художник с усами, Наташа, ты знаешь? А может не художник? Не, по-моему, художник. Во, точно. А Наташа все знает просто. Все с тобой нормально, да? Просто ты от воды пожмаканная. Все, кушай, кушай, давай кушай. Кушай. Я вижу, вижу, трагедия упала. Упала. Кушай, купалась. Давай я тебя поглажу. Давай поглажу. Давай. Мокрюха. Кушай, кушай. Нет, надо там поесть. Где динамо? Ну ешь, ешь, понюхала, ешь, ешь. Понюхала. Они столики приготовили к фестивалю. А тут кто у нас? Нервники. А кто это тут у нас сидит? Кс-кс. А ты кто? Кс-кс-кс. А кто это? Он не голодный, мне кажется, уже красивый. Нет. А кто это? Иди сюда. Он не хочет, вечно бежит. Вечно голодный. А что вы побросали всю еду и бежите? Ну? Ну, ну вот ладно, так разбирайтесь сами. На обратном пути придем, может, поесть. Такой вообще хитрый, да, все мне, все мне. А тебе кучки так нужны. А я вчера ходил, и это, там вот та, знаешь, вот толстая всегда, вечно беременная я называл. И я ее спутал со слоником. А потом сверху смотрю, горой как слоник похудел, короче. А потом смотрю, нет, как что-то не то. Глаза у нее поросячьего цвета. Да, думаю, это не слоник, слоник, блин. Если я сразу то, что пострелил, видел, сразу, это... сразу, что это не слоник. Да, я а помню. Я вижу вообще я это. Я помню, да, ты... А это так и бежит. Ты с нами соскучилась. А потом иду, идет за нос прицепа. Я говорю, за нос прицепа давай пароль, чтобы я точно знал, что это... Малышка, а это кто у нас? Маркиза, это ты? Вот эта маркиза, она тоже была беременная, когда черная была беременная. Это вот когда я приехала, где опять делись застала, ее дети, помнишь? Да, и сейчас же опять она была беременна. А это опять бежит. И она детей куда-то выбрасывает, она ими не занимается, короче. Так, ну я, блин, не думай, а у меня корма вообще мало, а хорош мне корм разносить. Иди сюда. Я ж, мне ж потом идти еще, ё-моё, я что-то не рассчитал вообще. Это опять, ты что, зайка, господи? Все, 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 а то мы сейчас так все высадим. Пусть ищут назад, возвращаются. Да, пойдем. Она он ест, наконец. Масло. Это ж меня кошки потом домой не пустят без корма, если я буду по пути идти без корма.
Так, все, всех обещал выключить, когда кошки будут. Друзья, мира, добра, позитива. Всем пока. Пошли с нами, мяу. Красавчик такой, да? Это мальчик? Сейчас пойдем малых кормить.